Мы продолжаем выпуск. Архитекторы представили проект микрорайона, который в будущем должен стать новым центром Красноярска. Он разместится на Взлетке в границах улиц Молока, 88-й добровольческой бригады и авиаторов. На юге он будет примыкать к берегу Енисея. На этом участке планируют построить деловой центр в 50 этажей, жилые комплексы, аквапарк, городской пляж, причал для речного транспорта, многоуровневые парковки. Кроме того, жителей Взлетки ждет и еще одно приятное новшество – пешеходный мост на остров Таташев. Изюминкой комплекса станет новая ледовая арена, которую построят специально к универсиаде. Правда, если с последним объектом все понятно, возвести его должны к 2018 году, то когда будут воплощены остальные идеи, неизвестно. Это все зависит от инвесторов, потому что задача города, наверное, решить вот эти пешеходные, еще какие-то моменты. Когда мы говорим о том, что мы хотим перейти еще на остров Таташева, это, я предполагаю, это далекая перспектива, и может быть даже очень далекая перспектива. Формирование аквапарка тоже, потому что освоение территории требует больших вложений.